28-летняя Анна Курникова поделилась трогательным моментом общения со своей младшей наследницей. Теннисистка и модель позировала с Машей на руках. Известная российская спортсменка похвасталась подросшей дочерью. Малышка позировала у матери на руках. Обе запечатлены на просторной кухне в особняке Майами. Анна одела девочку в белые ползунки и завязала ей на шее розовый слюнявчик. Голубоглазая Маша с интересом смотрела в объектив камеры. Избранница сорока 4-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса надела удобную майку и леггинсы. Она завязала свои длинные светлые волосы в хвост и сделала макияж с акцентом на глаза. Руку блондинки украсили браслеты. Заметно, что молодая мама быстро вернулась в форму. Наряд с открытой спиной подчеркнул стройную фигуру Курниковой. Продюсер Яна Рудковская отметила новую публикацию спортсменки сердечком. Актриса Ирина Пегова восхитилась внешностью Анны и ее младшей дочери. «Красотки!» – восхитилась звезда сериала «Акушерка». Поклонники Курниковой и Иглесиаса поблагодарили их за откровенность. Они принялись высказывать мнение, на кого больше похожа дочь знаменитости. «Вот, нормальный человек, не закрывает лицо ребенка сердечками. Папино лицо, да на папу похоже, нет, Аня, никого не слушай, она ваша копия. Мини Энрике. Такая симпатичная. Крепкого здоровья, ангелочек. Она очень славная, у красивых родителей красивые дети, милашка, просто прелестные», — отметили фолловеры. Музыкант и бывшая первая ракетка мира в парном разряде воспитывают троих детей. Близнецам Николасу и Люси в декабре исполнилось 2 года. Маша появилась 30 января. Пара скрывала обе беременности Анны. О пополнении в семье сообщил брат артиста. Энрике растрогал фанатов первым видео с младшей дочерью. Артист также похвастался старшей малышкой. Многие назвали ее копией звездной мамы.